Сегодня эти юные полевчане в полную силу ощутили на себе, что значит быть настоящими артистами. За часовой концерт им пришлось не раз переодеть костюмы и выходить на поклон к зрителям. Родители с восторгом глядят на сцену, а дети с улыбкой счастливо поют и танцуют. Им здесь было хорошо. Мне понравилось то, что танцы стали еще энергичнее и веселее. Мне больше всего запомнилось, как когда был у нас День русалок. Что за день, расскажи. Мы придумали себе название и девизы групп, потом их говорили. И нас поливали с пожарного шланга. Мы тут учились вязать. Интересно было? Да. Еще? Мы рисовали, пели, танцевали. Профессионалы своего дела, педагоги Дворца культуры, учили, помогали, наставляли и оберегали лицеистов. 5 классных дам по количеству групп, 9 педагогов профильных кружков и 107 воспитанников. Атмосфера получилась творческая. Привить им любовь к творчеству, к музыке – это наша основная задача. И я думаю, что они, поймали драйв в этом. На сцене лицеисты ловко оттачивают вокально-танцевальное мастерство, а между тем на столах в фойе ДК оформлена выставка их работ. Здесь собраны самые лучшие поделки, которые юные полевчане сделали своими руками. Здесь много вязаных вещей и поделок из пластилина. Есть даже целый город с маленькими человечками. Ювелирная работа. Педагоги остались довольны результатом. Выпускной получился ярким и эмоциональным. А дети вовсе не грустили, что смена в лицее закончилась. Двери Дворца культуры для них теперь открыты круглый год. Многих уже ждут в творческих кружках в новом сезоне. Ольга Демьянец, Алексей Корепанов. Новости «Твой день».